связи с кризисом из-за пандемии прибыль банковского сектора значительно уменьшилась. Чистая прибыль банков в прошлом месяце составила 70 миллиардов рублей. Это в 5 раз меньше по сравнению с показателями на начало года. Подобный уровень снижения чистой прибыли последний раз был замечен 3 года назад. Тогда на большинство частных банков оказало давление введения санкций.